Эйвор. Победу омрачила еще одна беда. Епископ. Уба. Погибнуть от руки Брита. Боюсь представить, какой стыд испытывал брат перед смертью. Если бы не мир. От моей руки. Твоей? Когда мир был заключен, Ивар убил Келберта и свалил вину на Родри, чтобы напасть на него снова. Как ты об этом узнал? Он сам рассказал. Я из тех, кто предпочитает правду, Эйвор. Но мне тяжело это слышать. Он умер достойно. Он умер как воин, во всей своей славе. Как он и хотел. Ивар мертв, и теперь мир стал возможен. И на том спасибо. Буду утешаться мыслью, что он дождется меня в Вальгале с топором в руке. Дождется. Как бы там ни было, он жил по своим правилам. Что может быть лучше? Он часто поступал безрассудно. Мне казалось, что он ведет себя непонятно, но не всех людей можно понять. С ним нужно проститься. Я приготовлю дракар для погребального костра. Епископ, пошли весть леди Ангхарад. Скажи, что ее мужа убил предатель, и что он, Ивар, заплатил за это. Как только смогу. А что король Кёлвольф? Не представляю, как ему горько. Он убит горем. И все же не забывает о Шире. Элдерманом здесь стану я. Посему я заявляю, что Широпшир будет твоим другом и союзником до конца моих дней. Благодарю, епископ. Храни тебя Бог, Эйвор. Куда бы ни вел твой путь. Песен битвы Скальда. Мужа, что без кости, конь морей, несет сквозь пламя залы вечной славы. Будто ветер быстрый. К Одину в Вальгалу девы битвы мчатся, спора с королем в объятиях. Ивар мертв. Союз с Широпширом заключен. Поговорю с Рандве.
Покажи-ка, что у тебя... Только дурак это не купит. Тебе это очень пригодится. Больше ничего не купишь? Еще увидимся. Увидимся, Эйвор. Чудесно, чудесно. Природа прекрасна. Кое-что новое. Я кое-что принес. Нам всегда это нужно. Мне это пригодится. Я тебе заплачу. Что, все? Мне уже пора. Хорошей охоты.
Хороший мальчик. Мы союзники с Широпширом, но обошлось это дорого. Юный Кёлберт мертв. Я уже знаю. Столь трагическая смерть, и ради чего? Надеюсь, ты отплатил убийцам. Правосудие свершилось. Кёлберта не забудут. Мы недолго были знакомы, но знакомство было приятным. Точно. Все хорошо? Ты будто не здесь. Я в порядке. Немного устала, но волноваться не о чем. Взглянешь на карту? Сперва признайся, что не так. Уже призналась. Я будто в ловушке. В этой комнате, в поселении, в этой жизни. Изменить твою жизнь я пока не могу, но могу немного тебя отвлечь. Что скажешь? Не знаю. У меня столько работы. Хватит. Забудь хоть ненадолго о наших союзниках и ответственности. Можем отправиться на прогулку, скажем, в Грэнтбриджшир, сменить обстановку. Звучит чудесно. И слишком далеко, чтобы думать об этом всерьез. Спасибо. В другой раз. Итак, что тебе нужно? Ладно, Рандви. Хватит тебе сидеть в душной комнате. Отправимся в Грэнтбриджшир. В смысле? Прямо сейчас? Ну да. Ты говорила, что устала от всего этого. Ноги разомнешь, подышишь. Я говорила? Да, верно. Веди, Эйвор. За мной. Дракар не понадобится. Для двоих его будет многовато. Ты же не против? Вовсе нет. Главное, чтобы были солнце и свежий воздух. Я так редко выхожу из длинного дома. Нам нужно будет как-то перебраться через реку, чтобы попасть в Грэнтбриджшир. Если знаешь путь получше, только скажи. Может быть, переплывем? Что, серьезно? Или ты шутишь? Лодка или лошадь не помешали бы, но я не против и более простых методов. Здесь
Здесь и правда красиво. Я никогда не бывала так далеко от поселения. Ужас, да? Ужас жить в безопасности? Всю жизнь провести в своем крохотном загоне. Слушать рассказы тех, кто бывал дальше, но не ходить самой. О, боги, чувствуешь? Запах земли, свежий воздух. Как же здесь хорошо. Вода пахнет мерзко. Ты привыкнешь. Не хочу привыкать. Эйвор, вон там. Что это? Сюда отступила летняя армия, потеряв Грэнта-Бридж. Похоже, они вновь полностью заселили город. Да, да. Я знаю эти земли по картам, но когда видишь воочию, все совсем иначе. Римское чудо. Я надолго запомню это место. Мы на месте. Это и есть Грэнта-Бридж. Пойдем, нам нужно в длинный дом. Этот город больше, чем я думала. Он такой простой и красивый. И все в нем на вид новое. Сома поручила летней армии построить город на месте деревни. Отсюда удобно ходить в набеги на Уэссекс. Им нужен был центр торговли рядом с Люнденом. Что же, они отлично справились. И постройки выглядят интересно. У нас. Неужели Эйвор? Ну и давненько же тебя здесь не было видно. Я тебя знаю. Ты один из людей Сомы. Магний, верно? Я. Так оно и есть. Рад тебя видеть. Это Рандви, моя отважная подруга. Рад знакомству. Похоже, Эйвор предпочитает дружить с красивыми женщинами. Знаешь, я тоже заметила. Я ожидал увидеть здесь больше людей. Что-то произошло? Сома собрала воинов и отправилась на запад. Собиралась открыть новый торговый путь в Оксенфорд. Только сейчас, в это непростое время, я понял, что не очень-то гожусь на замену Ярлскони. А что случилось? Неподалеку разбили лагерь разбойники. К востоку отсюда, у воды. От них страдают торговцы и на реке, и на дорогах. О том пошла молва, и это мешает торговле. Если не вмешаться, городу будет туго. Мне вот уже стало. Эти ублюдки украли мою лошадь. И что же ты... Мы поможем, Магни. А если не найдем твою лошадь, украдем тебе новую. О, я был бы очень рад. Мне вас наградить нечем, но у разбойников что-нибудь найдется. Берите что угодно. Ладно. Считай, что все сделано. Эйвор, идем. Нам пора в набег.
Он сказал лагерь разбойников у реки, к востоку от берега. Из-за тебя нам придется сражаться. Ты и так себе представляешь приятную прогулку? Наверное. Я сама себе удивилась. Только выбралась из-за своего стола и уже жаждешь крови. Тебе эта жажда прекрасно знакома, верно? Я хотела увидеть мир твоими глазами. И увижу. Если только у тебя нет идей поинтереснее. Мы поможем Магне и расправимся с разбойниками. Но помни об осторожности. Ты нужна клану Ворона. Конечно же, мой господин. Слушаю и повинуюсь. Не зная тебя, решил бы, что ты меня дразнишь. Ну что ты, Эйвор, брат Волка, Дрэнк с железными кулаками. Я бы не стала дразнить столь великого воина. Вон он, тот лагерь. Ну что ж, держись рядом, делай как я. Хмуро и задумчиво смотреть вдаль? Ну, конечно. Теперь надо вернуть лошадь Магне. Потрясающе, Эйвор. Мы защитники Грентабриджа. Может, каким-то еще городам нужна помощь? Тебе мало приключений на сегодня? Нам уже пора возвращаться домой. А может, выпьем? Отпразднуем нашу победу? Дома. У Теклы есть мед и эль на любой вкус. Эйвор, прогулка только началась. Давай найдем таверну и посидим там. Ладно, найдем, если хочешь. Но сначала вернем лошадь. Магни, мы одолели разбойников. Правда? Прекрасно. А мою лошадь вы нашли? Да, она снаружи, ждет тебя. О, слава богам! Спасибо, Эйвор. Спасибо тебе и... А где Рандви? Должна быть где-то здесь. Эйвор, сюда. Посмотри-ка. Ха-ха! Кого-то одолела жажда. Ты твердо решила напиться? Я твердо решила напоить тебя. Идем. Боишься, что перепью? Немного, если честно. Что ты задумала? Состязание. Ты против меня. Брат Волка против Девы Стола. Рандви, ты достойна лучшего прозвища. Дева Меда. Ладно, я согласен. Прекрасно. Ты когда начнешь? Уступай ему.
тебя обошла. Я вот-вот утону. Ха! Я дева меда, укротительница волков и бочек. Сказала же, что перепью тебя. Ну, теперь ты довольна? У меня в голове туман. Очень довольна. Поехали домой, а по пути развеем твой туман. Но сперва отправимся... Рандви. К затонувшей башне у водопада, рядом с домом. Просто полюбуемся, и я от тебя отвяжусь. Это недалеко от вершины холма, что к югу от дома. Не заметить сложно. Ладно, но потом домой. Я очень взволнована, Эйвор. Хотя, может, и не похоже. Похоже. Уже уходите? Надеюсь, еще увидимся. Рандви, приходи еще. Может, приду, Магни. Спасибо тебе за все. Нет, спасибо тебе. В добрый путь. Кажется, ты поразила бедного Магни в самое сердце. Что тут скажешь? Не он первый и не он последний. Нарекаю тебя грозой разбойников и чужих сердец. Звучит очень гордо. Сунева рассказывала об этой башне. Отдаленное, тихое место. Хочу побывать там. После столь бурного дня ты, наконец, хочешь покоя? Приключений было достаточно. Пора отдохнуть. Хочу кое о чем спросить. Ты и Сома. Вас с ней что-то связывает? У тебя светились глаза, когда ты говорил о ней. Мы стали близки и очень быстро. Ты об этом? Не совсем. У вас с ней было что-нибудь такое? Что это еще за вопрос? Совсем невинный. Как новорожденное дитя. Между нами ничего не было. Таков мой ответ. Хм. Это так. Уходи. Это так досадно. На твоем месте я бы прощупала почву. Эйвор попадается в сети отважной ярлсконы, которая ведет войско к победе. Многообещающе. Смотри, похоже, башня там. Давай на мост. Сунева не слукавила. Тут и правда чудесно. Только представь, какой была башня, когда ее построили сотни зим назад. Иногда, глядя на карту, я воображаю, что по ней бродит воинство крошечных человечков. И теперь, среди этих развалин, представляю людей прошлого. Как они жили и не ведали, что ждет их постройки. Богатое воображение. Хочу увидеть все сверху. Пойдем? Веди. За мной! Взбирайся осторожнее. Время не пощадило эти камни. И лазать ты на картах училась. Шути, шути. Мне доводилось строить дома и сколачивать каркасы дракаров. Мои руки привыкли к работе.
Ого. Посмотри. Потрясающе. Напомнило мне о детстве и о Норвегии, как я взбиралась на холмы за лесом. А ты любишь приключения? Обычно ты сидишь за столом, и тут вдруг ты взбираешься на башню, в мехах, промокшая насквозь. У меня была буйная юность, охота, море. Та женщина, что ты знаешь, выросла из дикой девочки. Меня выдали замуж, чтобы сохранить мир. Благородная роль. Но не так я представляла свое будущее. Из тебя вышла бы славная воительница. Йомсвикинг, который странствует где хочет. Согласна. Возможно, мы с тобой сейчас вместе ходили бы по морю. Грабили и путешествовали. Или столкнулись бы на поле брани. Если б ты не вышла за Сигурда, наши кланы могли бы до сих пор враждовать. Да, это верно. Спасибо тебе. Сегодня все было как во сне, и мне не хочется просыпаться. И не надо. Будем здесь сколько захочешь. Да. Рандви, ты что? Нет, я... Извини, не надо было. Я немного не в себе. Извиняться нет нужды. Сигурд, твой брат и я... Я поставила тебя в сложное положение. Сердце не заботится о делах клана. Всему виной мед или свежий воздух. Тебе незачем извиняться. Я уже не пьяна. По правде говоря, я давно к тебе неравнодушна. Ты дорог мне, Эйвор. Это большая честь для меня, Рандви. Но я ценю нашу дружбу. Надеюсь, ты понимаешь. Это высшая похвала. Да, конечно. Прошу прощения. Нет, не нужно стыдиться. Никто не узнает. Просто два хороших друга отлично провели день. Этого достаточно. Я бы хотела остаться здесь, если ты не против. Я не против. Рандви? Наверное, уже вернулась домой.
Здравствуй. Эйвор. Рандви, почему ты ушла? Мы могли бы вернуться вместе. Пожалуй, но мне было неспокойно. Решила пройтись одна. А еще ты храпишь, как раненый медведь. Это ложь. Я отлично провела время. Спасибо за компанию и за дружбу. И тебе тоже. Ну, вернемся к делам? Посмотрим на карту союзов. Расскажи мне о Кенте. Басим написал, что нашел ту женщину, Фулке, и просит твоей помощи. Он укрылся в монастыре святого Адриана. Есть вести о Сигурде? Басим не сказал. Но если он нашел Фулке, то и Сигурд должен быть где-то рядом. Отправлюсь как смогу. Чудно. Удачи. Басим принес весть о Сигурде. Я скоро его найду. Успех.
При церкви святого Хада в Тамборде. Был монахом. Не стоило мне уходить. Святой Хад умер с топором в руке? Его чтят за то, что он избег топора. Жаль, что я не сделал этого сам. Не сошел с пути жестокой чести. Однажды о старых богах забудут. Боже, прости меня грешного.
столько злобы. Этот край кто-то проклял. Стань моими глазами, Сюнин. Осторожнее.